Оздоровим своих детей. Караганда начинает отправлять школьников от 7 до 15 лет на летний отдых. Первый караван с подростками уже отправился в детский оздоровительный центр «Салют». В центре планируется отдых более 2000 маленьких горожан. Дети и их родители несколько взволнованы. Скоро автобусы отправятся в путь. И хоть все понимают, что это самое веселое время для ребенка, но все-таки это разлука. Отделом образования города Караганды большое внимание уделяется вопросу организации отдыха и оздоровления детей на летних каникулах. Это позволит школярам снять напряжение от перегрузки уроками и просто укрепить здоровье. У детей впереди праздник, свобода. Родители уже просчитывают маршрут и время, когда они смогут приехать навестить своих отпрысков. Главное, что привезти вкусненького. Мы идем в лагерь «Салют». Там у нас будет все интересно. Из других школ тоже придет. Из нашей школы 12 людей идет. Там друзей много будет, подруж. И будем веселиться, играться там с детьми. С учителями гулять будем. Сегодня отправляется на отдых около 300 ребят из 37 школ города. Стоимость путевки 30 тысяч тенге. В центре «Салют», который расположен в селе Асыл Бухаржираусского района, ребятам будет предложено пятиразовое питание. Так что тем, кто хочет похудеть, это вряд ли удастся. Хотя, если они сядут на фруктово-овощную диету, может что-то и получится. Но вряд ли. Солнце, воздух и вода – лучшие друзья аппетита. Ребят ждут развлекательно-познавательные программы, занятия по интересам, спортивные баталии. Последние взмахи руки, учащенное сердцебиение родителей и караван автобусов отправляется в путь. Впереди целое лето, без забот и зубарежки. Все наставления наверняка забыты. Впереди новый мир, новые открытия. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.